Третье упражнение мы будем делать с клубком ниток. Можно для него использовать любой шарик, теннисный, большой или маленький, или то, что круглое, что есть у вас дома. Массажируем центр ладошки. Это тут сконцентрированы все нервные окончания, поэтому массаж этого участка очень важен для нас. Зажимаем клубочек между ладошками и в течение минуты мы массажируем. Следующее упражнение. Оставляем клубочек на ладошке и катаем его до пальчиков и обратно, так, чтобы он у нас не упал.